Су-25 — это военный штурмовик, который сегодня стоит на вооружении как у России, так и у Украины. Основное назначение этой штурмовой машины — поддержка сухопутных сил, причем делает это она в любое время, днем и ночью, при любых метеоусловиях. Финальный этап предполетной подготовки – это заправка самолета. Вот так выглядит этот процесс. Шланги от заправщика идут в сторону топливных баков. Процесс этот занимает меньше 20 минут, а объем обоих баков – это 4 тонны авиационного топлива. Только после этого штурмовик отправляется на взлетно-посадочную полосу. Штурмовик из состава звена сейчас выруливает на взлетно-посадочную полосу. Работать придется сегодня на предельно малых высотах. Это основной конек и преимущество этого самолета.